Разрешите представиться, старший лейтенант Иван Дорожкин. Ох, Иван, вороти дочку царскую, я не скуп на подарки так, ведь погибнет моя непослушная. Безопасное движение скутеров и мопедов – такое было задание для команд младшей возрастной группы. Легко, весело и без зубрежки застраховать себя от дорожных происшествий – это одна из основных идей мероприятия. ГИБДД проводит немало акций, направленных на пропаганду безопасности движения. Но этот конкурс, безусловно, самый значимый. Он проходит уже более 10 лет. Мы очень рады тому, что вот в лице юных инспекторов дорожного движения мы находим таких очень активных и эффективных помощников, которые через различные формы, там, через стих, песню, танец, значит, доводят не только для своих сверстников, но вообще до всех, там, до взрослых, информацию о необходимости не только знать правила дорожного движения, но и соблюдать. Конкурс стал для ребят праздником, где они могли проявить максимум творческих способностей. Задача стояла непростая – не только донести материал, но и соблюсти тонкую грань, не обидеть никого из участников дорожного движения. Они сами режиссеры, сами постановщики. Во всех смыслах и актеры, полезны. Да, все полезно. И тем более они в будущем будут водителями, и узнать лишние правила, я думаю, это им не помешает. Многие из команд участвуют в конкурсе по нескольку лет. Ребята признаются, что им нравится узнавать правила, которые помогают им в жизни. А ты теперь уже не боишься переходить дорогу? Нет. А почему? Потому что я знаю правила дорожного движения, знаю, где переходить и как переходить. Инесса Панченко, Василий Колдашов. События.